В администрации Красноглинского района прошло оперативное совещание о содержании территории в период месячника по благоустройству. Проблемные вопросы обсудили с руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Планируется усилить темп работы, чтобы максимально благоустроить район. До 31 октября в период действия особого противопожарного режима в границах Кировского района Самары запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных оборудованных для этого мест, а также сжигание мусора, травы, листвы, в том числе на территории организации при усадебных, садовых и дачных участках. Об этом напоминает телеграм-канал Кировского района. Департамент образования сообщает, что городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в апреле-мае проводит для детей профилактическую акцию «Лето впереди» на велосипедах и «Сим по правилам кати» и онлайн-конкурс «Велосипед – мой лучший друг». Мероприятия приурочены к Международному дню велосипедиста и направлены на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В Ленинском районе провели легкоатлетическую эстафету среди учащихся общеобразовательных учреждений. Забег посвятили победе в Великой Отечественной войне. Школьные команды, которые заняли призовые места, примут участие в городском этапе соревнований 28 апреля в парке имени Гагарина.